сверху поступила директива в год экологии обязательно улучшить качество влажной уборки. Кто придет в шлепках, сразу премию лишу, понятно? Продюсер идет. Привет, ребят. Задание всем понятно? Завтра утром должен быть сценарий. Работать. Я тут что-то придумал, но у нас слабая скорость интернета. 100 мегабит в секунду надо. Ну, это понятно. Может, пошаманить с роутером? Вон он! Палочки одной не ловит. Ну где, где? Все, теперь сценарий не напишем. Оля, Оля, Оля! Оля, шаманская сработала, Вайфай! Идите к директору, он решит. Так, так, тишина! Что за голдеж? Что вы здесь устроили? Маша, что им надо? Вайфай не хотят, нет вайфая. Вайфая нет. Но вы держитесь здесь. Всего вам доброго. Кажется, начинаю что-то понимать. Первым делом надо проверить сервак. Дима, бери 2 человека. Хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет, ну такие, что надо? Сервер проверяем. Ну все в порядке, идите. Первая группа, доложите обстановку. Сервак, все в порядке, мы уходим. Следующее, надо проверить репитеры и антенны. Артем, бери 2 и дрон. Афина, что у вас? Репитерная антенна в порядке. Принято. Последняя надежда на водолаза. Третья группа. Прием. Погружаемся. Прием. Переходим на запасную частоту. Морские котики, как слышно? Прием. Все чисто. Оптоволокно в порядке. Тогда я ничего не понимаю. Что будет, если в космосе вода попадет в систему? Могут быть проблемы со свежим. Я понял, все дело в воде. Эврика, ребята, я понял. Эврика! Колин, ты молодец, но уже поздно. Ребята, идея! Давайте про это и снимем кино. Ну что, ребята, фильм готов. Его осталось. Его осталось только снять. А теперь самое время сломать четвертую стену. Ребят, а где она? Вот!